Связь в районе хутора Большие Клинцы. Пароль связного. Дайте взаймы полмешка жита. Кто там? Откройте, свои. Пустите, мамаша, пустите, свой я. Что надо? Да из плена я к своим пробираюсь. Пусти, мать. А как немцы нагрянут? Немцы в деревне? Пока Бог миловал. Из плена, говоришь? И автомат в плену выдали. Да тут в лесу бой был, там подобрал с ним-то, ну спокойнее. Ладно. Проходи. Мойся. Бери. Спасибо.
Мне ж идти скоро. Пей, пей. Вот и мой где-то маялся. В плену? Нет. На первом месяце войны похоронную прислали. И тебя, наверное, дома ждут. Только мать. Отца, как и твоего мужа в 41-м. Спасибо. Стекло вставить надо. Дверь навесить. Андрей говорил, вернусь, дострою. Пусть им земля пухом будет. Курить хочешь? А есть? Табак? Это Андрея. А ты что, дым не любишь? Да нет, что-то я отвыкла как-то. Да кури, кури. С Андреем в июне поженились, недельку пожили, а вот теперь одна. Что-то в голову ударил. Пьяная, что ли? Ой, совсем пьяная. Ребята, Славка, Славка, пить, пить.
Что ты во сне кричал? Славку какого-то звал? Жита просил? Я твою одежду постирала? Ты Андреева одень. Как же я в чужом уйду? А ты уходить собрался? Пора и честь знать. Тут и побрейся, бритва на столе. Позавтракаем. Пойду телке корма задам. Ой, что это со мной? Вот беда. Полмешка за имение дашь? Молодой-то какой. А эти ж старые. Это меня горе состарило. Как посыпались беды, одна за другой. Андрея на войну проводила. Через месяц свекровь похоронила. Вот и осталась я здесь одна. Как волчица. Вот несет ты его. Ты смотри в окно, не выглядывай. Здравствуй, Анюта. Здравствуйте. Картошку нужно выкопать на семеновских огородах. Пока я новый порядок не прибрал. Тащите, сколько утащите. Ну ладно, дед Петро, спасибо, что сказали. Погоди, Анюта. Жито у меня кончилось. Жито. Полмешка. Взаймы не дашь. Бог с вами, дед Петро, ну откуда у меня столько жито? Вот жалость какая. Ну, на нет, сюда нет. Ну, бывайте. Скучно поди одной. Уж не вы ли меня веселить собрались? Ну, а что, я могу. Завтра, как стемнеет, сватов к тебе пришлю. Ну, бывай. Присылайте, я их встречу. Завтра жди. Завтра, значит. Люди картошку копают. Немцы Семеновку сожгли. Картошка на поле, вот они и копают. Я пойду. Я помогу. Что это? Наверное, партизаны. Есть они здесь, поблизости. Зачем они тебе понадобились? Что-то у них забыл. Как просохнет, в сарай перенесем. Угу.
Нет ничего вкуснее жареной картошки. Угу. Угу, угу. Ложись спать. Зачем он тебе понадобился? Почистить надо. Заржавеет. Что притаилось? Вот. Пришла помочь. Да я уж все закончил. Черенок у лопаты зачистить надо. Чего у тебя там? Да ничего. Покажи. Да ладно. Покажи, ну. Наши. Это тебе не 41-й. Нюша, я в лес хожу за дровами. Встретился со связным. Сегодня жду сватов.
Что так поздно? На фрицев чуть не напоролся. Ну и как? Разминулись, как видишь. А я мешок хотела зашить. Деда Петра. Что? Повесили. Да ты толком-то расскажи! Чего ж тут рассказывать-то? Висит изуродованный. И табличка. Партизан. Не пущу! А? Не пущу! Не пущу! Не пущу! Убьют они тебя, Акимушка! Ой, родненький мой! Не уходи! Не могу! Ну, останься, Акимушка! Thank you.
Себя. А дом, как вернусь, дострою. Я с тобой пойду. Только жди меня здесь, слышишь? Никуда не уходи. Уходи скорее. Партизанам рацию.